Оградить от порнографии, выводя ее в массы. На уроках сексуального просвещения в Великобритании детям объясняют, чем плоха порнография. Так им расскажут об опасностях и последствиях просмотра видео для взрослых. Оказывается, один из 10 маленьких британцев впервые увидел порно еще до 10 лет. А чиновники бьют тревогу. Просмотр клубнички приводит к увеличению числа случаев сексуального насилия и домогательств в школах. Кроме того, количество порнозависимых детей в раннем возрасте постоянно растет. В этом вопросе с властями солидарны активисты. Они предлагают рассказывать детям о вреде порнографии еще в младших классах.